Давай, давай, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Детское упражнение, то учитель культуры помнит. Там делай раз, делай два, делай три, там делай четыре. Это все тоже на координацию. Как только получается, смысл теряется. Сигнальчик, знаете? Чумби. Сей. Я показывал вам давно-давно, еще лет там, когда вы там юниором были. Сей. Чак. Раз, два, три, четыре. Называется прыжково-координационное упражнение. Когда оно получается, оно только для разминки. А вот когда не получается, дети вообще прям шикарно идут. Стоп. Сейчас забываем делать хлопок. Чумби. Теперь вперед. Показываю. Раз, два, три, четыре. Сей. Чак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Отменяем первое, второе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сей. Чак. Стороны. Стороны. Вперед. Вперед. Стороны. Стороны. Вперед. Вперед. Стороны. Стороны. Вперед. Вперед. Стоп. Наоборот, первый вариант. Начинаем отсюда. Ну, это уже сложнее. Если первый получал, второй, третий тоже, ну, все, кто здесь дошел, уже это могут сделать. Учтите, большинство людей этого сделать не могут так с первого раза. Вы уже крутые. Это я вам честно говорю. А вот теперь попробуем четвертый. Это уже вообще не для средних умов. Посмотрим. Сей. Чак. Почему я беспокойна? Я никогда не делала это. Уже неправильно. Стоп. Влад уже неправильно. Ну да, ну а что делать? Да, Чумби. То же самое здесь, это сложнее. Сей. Чак. Пробуем. Опа. Да, 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 да. Практически никто не делает. Come on. Это, если был пятый вариант, а их всего там, у нас там 12-14. Используем не часто, опять же, часто смысл теряется, потому что тогда координационное качество он поднимать не будет. А для выносливости, для разминки можно использовать 15. Хотя это тоже можно использовать. Понимаете, скакалка, например, прыгайте на скакалке. Если ты прыгаешь на скакалке, как тебе привычно, что развивается? Выносливость, правильно? Ну, потому что упражнение не очень сложное, в среднем темпе, пульс там до 160, как бы развивается выносливость. А если начинаешь делать упражнение необычное, прямо с приезда назад, там, на одной ноге, там бег какой-то хитрый, то начинает подниматься координация. Но ты начинаешь прыгать медленнее, пульс начинается выше, устаешь ты сильнее. Зато мозги работают активно и улучшается ловкость. Ну, когда с локтем одно и то же. Вопросы? Кто в компьютерной игре играет? Агилити, что такое, знаете? Агилити. Ловкость, да. Плюс 10 сразу. Попрыгал как бы особо. Плюс 10 ловкость. Нормально же вариант? И плюс 5 стамин. Чувствуется, все играют, но не все готовы. Смотри, танго туль чумби. В обратную сторону, справа начинаем. Сей, хана. Туль. Сет. Нет. Стоп. 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 Yeah.